Как же все-таки приятно выступать в Сочи, знаете, что недавно Владимир Владимирович Путин провел здесь хоккейную тренировку в спортивном комплексе «Галактика». И говорят, он был там лучше. Первый день конкурсного просмотра команд первого тура фестиваля открывает клуб веселых и находчивых из Уфы. Они финалисты премьер-лиги. За час до того, как выйти на сцену, ребята отрабатывают все номера, чтобы каждая шутка пришлась по вкусу жюри и зрителей. Сочи, Уфа, Республика Башкортостан выступают уже в четвертый раз. Выход на сцену первыми всегда в почете, говорит капитан команды Кирилл Глазков. Конечно, всегда присутствует волнение, но ребята подготовили актуальные и новые шутки. Мы хотим дать ту долю энергетики, которую мы давали на протяжении всего сезона в премьер-лиге. И будет больше времени готовиться к следующему туру. Последние приготовления за кулисами, заключительные штрихи гримера. И вот он, первый выход на сцену. Если про футбол отец сыну может дать очень много советов, то в горнолыжке с советами возникают небольшие проблемы. Не падай! Шутки о Сочи уфимцы не готовили. Говорят, о курорте не шутить, им восхищаться надо. Сочи – это невероятно гостеприимный город. Я заметил такую тенденцию, что в том году здесь туристов в это же время было значительно меньше. В этом году туристов очень много. Скорее всего, я более чем уверен, что они приезжают из-за того, что здесь классно. Очень нравятся сочинцы сами, как люди, которые населяют весь Краснодарский край. Невероятно гостеприимные, теплые по отношению ко всем приезжим. Это очень радует. В горке Холи фестиваль проводится впервые. Помимо постоянных участников Кивина, есть и команды-новички. Это ребята из Донецка, Луганска и ряда других республик и городов. Все они выступили в трехминутке. Столько же времени на просмотр и у тех команд, что не выступали в официальных лигах. Тем не менее, судейство одинаково внимательно ко всем. Здесь важно не постоянство, а подача. Юмор тот или иной есть у всех. Второй критерий – это оригинальность. Потому что мало быть смешным, нужно быть еще оригинальным. Вот. Если у вас смешно, но так же, как у сотни других команд, то вы затеряетесь. И вся задача наша, то есть как раз искать, отбирать, пестовать, воспитывать, что-то пытаться дать. Каждая из команд, а их на первый день зарегистрировалась более 100, рвется в главную лигу, чтобы показать себя на экранах. Но до высшей точки КВНовской пирамиды нужно преодолеть как минимум 3 ступени. Удастся ли финалистам премьер-лиги команде из Уфы стать лучшими, покажет юмор. Завершится Кивин 2016 23 января телевизионной съемкой фестиваля в концертном зале «Галактика». Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.